Здравствуйте! Профилактика боли в спине – важная часть ежедневной гимнастики. Следующие упражнения могут стать частью вашей утренней зарядки или подготовкой к основной тренировке. Исходное положение на четвереньках. Резина закреплена в руках. Проходит через прорабатываемый отдел позвоночника на пояснице или на груди. Опираемся на руки, закрепленные резиной, и выполняем прогибы, растягивая резинку и расслабляя ее. Растягивая и расслабляя. И возвращаемся в исходное положение. Исходное положение на четвереньках. Опираемся на руки. Выпрямляем одну ногу. Переносим ее через противоположную. Наклоняем корпус в сторону отставленной ноги. И направляем взор на нее. И возвращаемся в исходное положение. Исходное положение стоя. Руки закреплены на локтях перед животом. Выполняем плавное скручивание корпуса вниз. И последующий поворот в одну сторону. И вторую. В крайних положениях задерживаемся на несколько секунд. И возвращаемся обратно. Исходное положение лежа на спине. Руки Т-образно, одна нога сгибается в колене и переносится через колено противоположной ноги. Далее колено согнутой ноги приближается к земле, поворачивая корпус. И возвращаемся в исходное положение. Исходное положение лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки фиксируют колени. Производим качающиеся движения из стороны в сторону. И возвращаемся в исходное положение. Исходное положение в выпаде. Колени и тазобедренные суставы согнуты под 90 градусов. Руки расположены на тазу. Выполняем передний выпад. Ощущаем растяжение в паховой области и возвращаемся обратно.